Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Как все мы знаем, Кейт Миддлтон сейчас борется с раком и проходит через тяжелую химиотерапию. Несмотря на свой возраст и здоровый образ жизни, страшное заболевание не обошло ее стороной. Оказывается, после опубликованной герцогиней записи в Великобритании появилась новая тенденция. СМИ пишут, что Кейт спасет множество жизней. Британские СМИ сообщают, что после заявления герцогини Кейт число женщин, которые решили пройти обследование на рак, увеличилось на 30%. Ситуацию проанализировала одна из компаний и просто удивилась результатом. Примером также может служить журналистка Daily Mail, которая всего через 3 дня после того, как Кейт сообщила новость, пошла в клинику, чтобы пройти тест. Женщина призналась, что она всего на несколько лет моложе принцессы Уэльской, и если бы не тот факт, что принцесса сообщила о раке, ей бы и в голову не пришло сдать какие-либо анализы. Как утверждают британские СМИ, эта тенденция заметна вообще по всему миру в англоговорящих странах. Есть даже утверждение, что Кейт спасает жизни другим людям именно поэтому, что призналась о том, что с ней происходит. Рак может поразить кого угодно. Но о важности профилактики постоянно говорят. Врачи предупреждают, что именно благодаря тестам рак можно обнаружить на ранней стадии и свести к минимуму риск смерти.